broken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the way. Всем доброго времени суток, с вами Денвер, MM Studio. Мы продолжаем смотреть турнир. Секунду, забыл кое-что. Сейчас бы вспомнить. Так, сейчас парочку секунд, подождите. Турнир от компьютерного клуба Prime. У нас играют 4 команды. Немного разузнал все-таки, да, это надо было, конечно, вчера этим заняться, но не сегодня. Ну да ладно, уже забили на это. Так что я уже пошел и разузнал немножечко. Это должен был сказать еще в первой игре. Ну да ладно. Компьютерный клуб Prime проводит мини-турнир по Dota 2. У нас 4 команды от города играют, что очень даже круто, да? Комментирую я Денвер, MM Studio при поддержке, конечно же. Почему бы и нет? И у нас играет сейчас это вторая игра, Best of 1. И следующая игра у нас уже получается будет финал в режиме Best of 3. Почему бы не Best of 5, я не знаю. Ну и что, у нас Вивери Виктория сыграют против Сил Тьмы. Против вот этих вот ребят интересных. Против Сил Света, извиняюсь. Они ноунеймы у нас, хотя какую-то команду там вроде ставили. И вроде судьи должны были об этом побеспокоиться. Хотя сейчас это турнир на выезде, в чем и крутость этого турнира есть, да. Не побеспокоились об этом, потому что просто играют ноунеймы какие-то. Может, ребята просто забыли поставить команду. Ладно, не суть дела, давайте вернемся в доту и посмотрим по пикам, по банам. По банам у нас Акс и Тинкер уходит у Виктория, с у ноунеймов уходит Инвокер и Йорд Спирит. Пока что, все-таки видите, Инвокер то, что банит. Не знаю, смотрели ли прошлую игру эти ребята. То есть Акса они забанили, Тинкер тоже ушел в бан почему-то. Видимо, Тинкер представляет какую-то угрозу для них. Акс действительно показал в прошлой игре хороший качественный гейм, да, но все равно они не смогли выиграть, там мисплей, куча мисплеев было, да, но все равно куча камбэков было в прошлой игре, и надеюсь, в этой игре тоже будет очень круто и зрелищная, будет качественная, зрелищная игра. Здесь уходит третьим баном у Сил Света Свенчик у нас, родной, ну, действительно, кэрри, который может вытянуть в соло, можно сказать. Парень, который в лейте будет унижать. Сейчас, секунду. Мне инфа подошла то, что вторую команду называется Кукумбисы. Почему-то не поставили они команду, ну, Кукумбисы. Главное сейчас не забыть то, что это Кукумбисы. Вот так вот, да. Ну и что ж, у нас по пикам Огрмак и Омник Найт заходит у Виктория, с Кукумбисов Бейн и Найт Сталкер. Кукумбисы это вот эти вот ребята, которые вот с черным...
дополнительное квадратом время. Играть. И черным прямоугольником на аватарочке, да. Бэйнайт Сталкер пока что в пике кумберсов. Еще зашел с бан, пока никто не зашел. Четвертый бан, они думают. И у Виктория главное, что Урса ушел в бан. Действительно, думают, потенциальная угроза какая-то для них будет от этого Урса. Действительно, Урса это тот самый перек, который тоже может камбэкнуть игру, и который очень даже сейчас в мете. И он всегда был, можно сказать, в мете. Ну, как сказать, в мете. Когда вот сделали вот этот ульт более интересный, да, то есть уже соло Рошана будет более сложнее забирать. А после обновы, там куча обнов было на Урсу, сейчас он стал, да, очень юзабелен. Здесь зашел Войд четвертым баном у Кукумберс сил света, а почему? Вот это вот непонятно, потому что... Мне как вот по пику пока кажется Викториасам нечем просто дамажить. Под куполом действительно Огр. Ну есть Огр, да, ну и что, он горелку кинет, да? Ну, смысл. Стан под куполом давай, тоже бред. А у них Найт только если хил, да, закинуть. Ну а так, Вич Доктор вроде как не в пике, смысл Войда тоже непонятно. А здесь Энигму забоялись, у нас Викториас думают то, что все-таки... Будет какой-то... Я не знаю, зачем вообще Энигму. Энигма... Если пикают Энигму, то как-то... Знают, что делают. То есть, если Энигма кинет нормальный Black Hole, то есть 50 на 50. Если кидает нормальный Black Hole, это вин в большинстве, да, случаев. Если не кидает нормально Black Hole, то все, это ГГ однозначно. До свидания. Ну, как... Если 4, конечно, героя там, не расформили как-то очень жестко, то Энигма просто... Но он всегда решает. Просто Энигма под Black Hole, понимаете? А так... Ну, зарешали, короче, забанили Энигму, боятся, видимо, ее. Хотя вполне. Это персонаж. Может, не знаю, может, Викториас уже встречались раньше с этими ребятами. И там какой-то чувак, может, хорошо играет на Энигме. Хотя, это вряд ли. Как по мне, Энигма это All-in. Действительно, All-in. Ну, как-то не очень. Так, Бэй, Найт Сталкер, Спектра. Кэрри. Ну что ж, по лайну, если посмотреть, у нас Найтсталкер это соло лейн, Спектра будет мидл, Спектра будет у нас Кэрри, Бэйн у нас будет сейвить Спектру, да, где-нибудь там Ник на этой Огры будут стоять в дабле, кстати, два миличных саппорта, прошу заметить, то есть нужен, чтобы было хорошо, какой-нибудь рейнджевик. Сейчас саппорт рейнджевик, можно мидл рейнджевика взять, просто если взять 5 миличников, то есть берется течес, это и будет геймплей, да? Вот, и как бы сейчас милишники по-любому нужны, потому что два саппорта милишника брать это как-то не очень. Если только Омник Найт не пойдет в соло лейн, что вряд ли, да. Бристал Бэк, то есть агрессивно готов выигрывать, не уверен, то что это пробудет соло Бристал Бэк. В последнее время берут Бристал Бэка и в кэрри, которые очень жестко начинают в харде, то есть идут три плана, триплу. Бристал Бэк просто нагибает жестенько, да, могут спокойно пойти 2-1-2. Кстати, не забываем про такую еще стратегию, где обязательно идти 3-1-1. Вот, и заходит сейчас Бристал Бэк, да и по сути он сейчас, если пойдет в хард лейн, он всегда, Бристал Бэк всегда останется тем персонажем, который сможет соло убивать. Он апает 6 и может просто спокойно идти убивать Типлу. Там такое, такова сущность этого Бристал Бэка. А вот, при этом еще и Омник Найт, Омник Найт там будем, кстати, почему не забоялись Фантомку? Виндрейнджер к нашим услугам, и заходит это мид, как я понимаю. Да, Виндрейнджер будет мидл стоять, вот против кого тоже пока что неизвестно. Но если будет стоять Бристал Бэк против Спектре, это будет очень больно, потому что Бристал Бэк... Я все-таки надеюсь трипла на триплу. Потому что Спектре здесь точно не дадут пофармить, Бэйну тоже не дадут ее защитить, да, как бы. Но есть Найт Сталкер, который в Early Game должен будет унижать и помогать Спектре. Но... Пока неизвестно, что будет делать этот парень, о каких гангах идет речь именно. Ну что ж, остается Викториас у нас мидл, точно. И насчет, ну и кэрри может, скорее всего. Не уверен, что все-таки Бристал Бэк это будет кэрри. У них 3 милишника сейчас у этих ребят, может, просто ребята забылись, что нужно чуть-чуть рейнджевиков взять. Сейчас бы рейнджевиков взять. Том Лансер. 4 милишника. День добрый. Как вас звать? Меня звать Фантом Лансер. У нас 4 милишника. Мы команда Вивери Викториас. Вивио Викториас, по-моему, как-то так. С английским мне не очень хорошо, да?
хотя в процессе. А Last One. Ну все, теперь более ясно, теперь без пулбэк соло пойдет, псу-лансер это будет кэрри, мид банит крабу, а почему бы и нет? Кстати, действительно, ДП сейчас очень сильная, очень даже она неплоха в мете. Шейкера банит, это что? Саппорт, да, остается еще один саппорт. Шейкер забанили, ну как понятно, как, то есть, правило, шейкер, типа, там, контрит фантом лансер, да? С каких-то пор там, типа, ну это давно еще принято. Хотя вот против меня, как сколько раз не брали шейкера, ничего не получалось, в итоге просто ребята отправились домой, просто ПЛ нагибал. Но ПЛ врывается с диффузами, что делает этот шейкер? Да ничего не сможет, тут блинка нет у него, все, сжирается максимум маны. То есть, это трэш, это грязь, это страшно, шейкер этот никогда, мне кажется, не контрил лансера. Когда-то контрил, да, там? Алина, есть один рейнджевик. Это все-таки middle lane, да? И, то есть по лайнам уже более понятно Виктория, то есть Лина мид, Фантом Альтер кэрри, Умник Найт Огр будет стоять на лайне, Бистелбэк будет гонять в соло, у сил света Бэйн Спектра, и сейчас Last Pick саппорт какой-нибудь еще интересный будет. Может, все-таки стоит взять кого-нибудь милишного саппорта, тем более, что тут два рейнджевика уже есть, им, кстати, может быть, и стоит взять какое-то мясо, вот мясо для битья. Что у них ни одной? Нет, а есть хаунд масса вольта, а так у всех по одному, да? Бить. Может какой-то стоит взять дизраптора, чтобы дать этот майдан. Тайтхантер, да, вот взять массу ульт, то есть, и взять мясо, такое мясо. Давно я не видел Тайтхантера в саппорта, но вот он есть. Ну вот он есть, взяли его в пик в этот раз. И тоже, что очень неплохо, да? Ну, как по правилу, сразу же... Wait. Все здесь стандартно. Так, сейчас, секундочку. По правилам тут отключается, то есть все, все стандартно. Ждем. Ждем пока что... А, ну что ж, тут Тайтхантер, да, зашел, как я понимаю. Теперь под вопросом. Еще может пойти, кстати, Валанар спокойно отфармливать лейн. Ну, хард... извиняюсь. Тайтхантер может туда спокойно отправиться и... Отличная реклама, хорош. Огр. Может спокойно отправиться в хард лейн, а вот Найтсталкер будет у нас саппортом. Почему бы и нет? Вполне. Я бы сейчас зачекал рейтинг этого чувака, этого парня. Дебаты пошли. Аукцион начинается. Ярослава, это катка для тебя, пишет нас Винрейнджер. Ну пока вейт стоит, пока ждем. Начинается спам от ребят. Такс. Давайте поговорим о лайнах. Вот самое будет интересное, это Лина против Виндрейнджера. Все-таки Виндрейнджер как-то будет поувереннее, мне кажется, стоять, откидывать. Хотя Лина будет тоже откидывать очень больно. Почему бы и нет, да? Своими огнями бешеными. А стоит, опять же, задуматься Бэйну прийти на помощь Виндрейнджер. Ну, не забиваем на то, что у Виндрейнджер есть прекрасный скилл Виндран, на котором она постоянно сможет не ссать, если что. Но опять же, он и нехило маны стоит 100, да. Так что, три раза она, конечно, сможет так пробежаться. Меня удивляет, что такое, в чем проблема, когда они сидят в одной комнате. Вот в чем прикол, да. Почему пишут что-то, что такое, тоже непонятно. Ну, ждем, пока что ждем. Конечно, скоро мне уже нужно будет уезжать. Надо комментировать все-таки этот матч. По-любому, в любом случае. Кто он состоит? С кого не пикнули? Пикнули у нас Бристлбека. Виктория, если вы меня слышите, почему у вас 4 милишника? Вот мне такой интересный вопрос хочется вам задать. Почему 4 милишника лурили, что ли? Зачем? Для кого? Для кого старались пикать это 4 милишника? Тоже непонятно. Ну, пикнули же. Готовы, значит, убивать. Значит, какая-то есть задумка. Тоже хорошо.
Так. Шутки от Найтсталкера. Замечательно. Ждем пока что какие-то проблемы Бристлбека. Не хочется читать эти истории веселые. Пока ждем. Проблемы какие-то. Тех проблемы, я надеюсь, Лёша все решает. Алексей все зарешает. А у нас сегодня 7 мая. Завтра 8, послезавтра 9 мая. Праздник. День Победы. Всех с праздником. Ждем последнего героя, это Бристлбек у нас. Какие-то лаги-баги непонятные. Я все-таки надеялся увидеть, знаете, какую команду в финале. Сейчас хочу даже вот вам сказать. Хорошая команда. Я посмотрел просто по фотке, ну, не по фоткам, в этом компьютерном клубе Prime. Тут есть команда Team Lemons. Lemons. Я посмотрел, как они файтятся против друг друга. Вот Team Lemons против... этих. Гена Гейминг. Вот серьезно. Пожалуйста, Лёша, если ты меня слышишь, сделай файт Team Lemons против Гена Гейминг. Плиз. Я умоляю. Я с радостью прокомментирую. Если это будет, конечно, несложно для вас. Ну же, как это долго? Что случилось у вас там, ребята? Почаще бы такие турниры хорошие, мне не нравятся. Вполне увлекательные турики. Так, ладно, тогда отойду ненамного, когда приконнектится, подойду. Пока пару минут, да, подождем команд, пока там что-то порешают, какие-то траблы у Виктории с пекарней. Кстати, совершенно бесплатно, так что приходите в этот компьютерный клуб, там все на фри сейчас. Вообще любая команда могла зарегистрироваться, как бы. 4 команды зарегалось, вот они играют. Кстати, показали неплохой гейм. Так, что ж, я понимаю, мы продолжаем. Бристлбек приконнекился, да. И прямиком к финалу. Сейчас кто-то из команд попадет в финал. У нас режим Best of 1. Поехали. Повторюсь, любая команда могла принять участие в этом турнире, да. Но приняли только 4 всего лишь из этого города. Надо было приезжать, насколько я понимаю, если ехать. Если принимать участие, надо было ехать. Хорошо, Dota 2, отлично. Мне уже нравится это. Надо было ехать. Да. Надо было ехать туда и принимать участие. Но дома, по-моему, нельзя было играть. Ну и сразу же стягивается у нас 5 на 5. Здесь у нас немножко отстает от Тайтхантер. Ну кто же будет тут файтиться? Интересно. Неужели это будет сейчас ФБ?
Death Stranding, опять же, мы не увидели Enchantress в пике, да даже в бане, по-моему. А, есть Эндра, начинают убивать, здесь Лина, Лина прокачала первый скилл у нас, есть Огонек, Бристалбек будет сдамаживать колючками. Здесь 5 на 5, лола, верхнюю руну никто не будет брать, класс. Уже просто просели ребята с сил света, Бристалбек своим колючком, боже, как она больно бьет. Ну, Бристалбек имеется в виду, боже, какие криты жесткие, еще можно попытаться забрать Эндрейнджер. Нет, не попытаются. Просто еще нужно стягиваться наверх, потому что там никто вообще не стоит. Серьезно, что ли? Ну, тут, по-моему, Тайдхантер прочитает, это просто заберет, пойдет руну. А Тайдхантер все-таки пойдет в соло, да? Или нет? Начинается. Тоже не ясно как-то. Ну что ж, забирает Лина, здесь она забирает Тайдхантер. Хотя спокойно могли прочитать Виктории, тоже забрать, на изи, кстати, не смогли бы забрать две руны, но почему-то не захотели этого делать. Здесь у нас дабла Огр плюс Бристалбек. 2-1-2. Хорошо, начинаем, Виктория. 2-1-2 у нас. Здесь Баланар саппорт, как я и говорил. Здесь 2-2-1 будут стоять. Тоже неплохо выбрали стратегию. Ну и все, начинаем. Тайдхантеру точно отгонять его сильно не будут, потому что здесь два милишника стоят. Отпугивать, конечно, будет этот Омник Найт, но есть пассивочка, сейчас будет скоро второй левел. Есть еще Энчер Смэш, как бы отпугивать сильно-то не получится от этого Тайдхантера. Здесь у нас получается трипла будет стоять против даблы Бристалбека и Огра. Вот о чем я и говорил. Пойдет дабла, это отпугивать спектру, причем спокойно, видите, да? То есть они занимают спокойно вот этих вот крипов. Сейчас подойдут еще, конечно, эти. Спектра попыталась их заблочить, но... Бристалбек спокойно будет занимать крипов. Сейчас даже не захотят подраться. Получат в итоге по лицу просто это Бристалбек. Мне спины нету, нужно вначале агрессировать. Вот, есть. Даггер по Огру откидывают, но ему как-то не очень больно. Это сало, которое фиг пробьешь. Здесь еще Бристалбек есть. У него, кстати, маны на колючек не хватает. На колючке маны на колючек не хватает. И на этом просто все. Когда просто разошлись, Спектр пытается пофармить, ну пока что тут тоже, смотрю, Лантер не сильно получается фармить, потому что Энчер Смэш, то есть здесь Виктория обеспечили себе хардлейн, а вот здесь фарм Лантеру они не обеспечили, ну тоже как-то не то, да. Откидывается, ну, конечно, копиями, но Тайдхантера мало это чем, конечно. Сложно пробить этого Тайда, ну... И здесь мид, конечно же, Лина против Виндрейнджер, пока что самое, наверное, интересное, потому что здесь, по сути, будет щемить спектру, здесь Тайдхантер тоже в ответочку будет не давать Лансеру фармить по КД просто этими Энчер Смэшами откидывать, ну и все правильно делает, по сути. Омник Найт сейчас нужно чуть подтянуться, дать хил Лансеру, все равно не получается как-то чуть-чуть сильно, да, вот так еще дицимочка бы не помешала, чтобы если он захотел, то по КД бы откидывал эти копья, но... Цемочку не взяли, взяли хил, и на этом просто все, да. Здесь есть Виндрейнджер, поднимает на руны волшебства, сейчас даже завязала Виндран под этой руной. Здесь у нас нанизу ничего не появилось. Найтсталкер забрал баунти руну. Такс. Ну и все на этом, да. Ну это пока что все. Спектре вообще фармить. Ну сейчас вот стан, и она уже просела, дать игнать, дать стан. Конечно, сейчас на развороте начинают бить этого Огра, и это Вейт. Виндрейнджер, зачем-то какие-то траблы у нее, да? Сек просит. Ну что ж, здесь у нас Лина против Виндрейнджера, они относительно смотрятся хорошо друг с другом, да, дополняют друг друга, пока никто не придет, пока до первого ганга, короче говоря. Кто-то придет по-любому за гангает, и ребята прилягут. Либо Виндрейнджер, либо Лина. Но здесь, конечно, проще будет подцепить силам света. В любом случае подцепить эту Лину у них проблем не составит. Потому что есть Бейн со сном, есть еще и Найтсталкер. То есть ночь будет, это четвертая минута, а третья... Третья, четвертая минута точно не буду врать. Есть сон, Бристалбек откадешился. Сейчас они еще могут попытаться забрать спектру, но Огр точно здесь потеряет стан на спектру. Спектру нужно сейвить, игнайт спектру. А далее, конечно же, но не First Blood. А, все-таки Огра убили. Найтсталкер достался этот килл. Разменяли спектру на Огра. Все равно неприятно. И нужно попытаться сейчас как-то реализовать эту триплу. Сейчас, секундочку.
stalks there. Небольшие этих проблемы были, но я вернулся, по сути. Так, все вроде бы настроил. Да, сейчас все вроде бы более-менее в порядке. Сейчас проблему порешали. Но пока что 1-1. А, ну ничего экшонного больше не происходило пока. Ну, после моего отхода, да. Ну и все на этом. Просто 1-1. Тайтхантер продолжает там щемить. Пытается этого лансера. Но 6 крипов пока что отстает спектрально сильно, да. Такой же там... И рейндж. Между 6... Нет, уже 18, кстати. Лантер все-таки проще стоит, чем в спектре, я согласен полностью. Мистер Бэк просто не дает ничего. Все, поехали сопли. Где Огр? Огр с фулл маной, его нету. Начинают убивать. Здесь Огр, конечно, спектру потеряют. Еще раз кастовался здесь Мистер Бэк. Мистер Бэка потеряли. Где Найтсталкер? Найтсталкер у нас здесь. И просто разойдутся. Теперь спектру разменяли на хардлейн. Хотя здесь дабла стоит тоже... Как бы неприятно. Ну, спектру на кэрри... Блин, спектра это кэрри у вас, ребята. Нужно как-то сейвить, все-таки пытаться. Здесь еще и ловит стан, здесь еще ловит игнайт. Можно сейчас убить, сделать заявочку на Бэйну. Здесь есть сейф-тэп-аут. Спектра должна давать даггер. Да, еще можно убить Огра. Кстати, нужно сон по максимальности просто заюзать. Здесь даггер, втягиваются два героя. И нужно просто уходить, сопли. Еще и Бэйна можно подцепить. Здесь на лоумана. А, не догадывается, что здесь есть Омник. И Бристалбэк спокойно может сейчас зайти на Т. Почему нет? На изи сейчас может заходить под Т и начинать бить лицо. Здесь есть обник, здесь есть куча всего. То есть Найтсталкер без смоков попытался загангить Лину, чем это ничем просто не закончилось. Пока 2-2. Весь экшон здесь на изи. Вот он, Бристалбэк, конечно, он Микнайт уже ушел, но они, в принципе, встретила. А, нет, вот он Микнайт. Он Микнайт потянулся, должен давать хил, чтобы попытаться забрать спектру. Спектра уходит кто-то в леса. Отлично. Она-то уйдет. Даггер кинула, но это ненадолго. Сейф-тэп-аутов 0, но они должны понимать, конечно. Ты, Виндра, здесь отлично стоишь, да, я понимаю, но... читать ты это должна, потому что спектра сейчас... Нет, куча проблем. Все, Бристалбэк заходит сюда, будет он бить лицо. Конечно, ловит даггер опять же. Спектру забирают, заберут еще и Бэйна. То есть вот он, вот о чем я говорил, вот он ваш Бристалбэк. Вот и Лина. Видна пришла, дала огонь, можно спокойно заходить на Т1. То есть Т1 уже меньше половины хп, и спокойно можно раздамаживать, спокойно можно убивать этот Т. Центральная башня сил тьмы атакована. 4 человека сюда стягиваются, ПЛ продолжает фармить, здесь делается степ-аут от спектры, будет стягиваться ли сюда Виндрейнджер, будет, конечно, стягиваться, потому что нужно файтиться, здесь сюда вообще, по-моему, все герои будут стягиваться, если не ошибаюсь. Нет, только Бэйн сюда не стянется, пойдет он на мидл что-то делать, когда все 4 героя здесь, и у них есть шанс убить. А сейчас есть шанс-то убить троих, Войд есть, Баланарч, кстати, ночью у нас здесь происходит. Тайтхантер есть Рэйвэджем, боже, нужно давать Рэйвэдж, этот... Боже, это сейчас будет жарко, избивает еще тэп-аут Лине, нужно убивать, повершот есть на Лину, есть 5 на 5, буду драться, нет, 4 на 5, Тайтхантер, ой, сильно проседает, Бристалбека просто не пробить, еще и Виндрейнджер, у меня куча проблем, нет, не проблема, Энчер Смешн убивает и Бристалбека. И еще и разменяли Виндру, отправили Лину тоже в таверну, еще Омник на это нужно добивать, даблкил в исполнении Тайтхантера, подтягивается Бэйн, Бэйн и Димсти, нужно хилять, нужно чем-то сейвить Тайтхантера, есть сон в Огра, 3-1 пока разменялись, Баланар на развороте, будут убивать, кстати, ПЛ здесь откинет свой последнее копье, нужно еще на развороте убить Огра, есть тэп-аут от Бристалбека, Бристалбек сейчас будет тоже раздамаживать, Тайтхантера разменяли на Огра, ой-ой, что здесь за файт это происходит, Бэйн... Тоже попыточка есть на лансера. Лансер 30 секунд в КД. Ой-ой-ой, хилы, Омник, РПЛ, конечно, на Бэйна. Здесь фул Бристалбэк. Бэйна точно не отпустит. Нужно просто уходить. Вот еще. Ой, Найтсталкер, ты еще сейчас можешь ошибиться. Здесь еще приходит Виндрейнджер. Виндрейнджер шикл-шотов связывает Омника. Боже, сколько файтов. Здесь еще хил от Омника. Найтсталкер отправили в таверну. Нужно попытаться в спектре убить Омник Найта. У Омника тоже куча проблем. Сейчас ману у него нет. Но Бристалбэк гонится за Виндрейнджер. Тэп-аут и Тайтхант. Нужно чуть еще. Отличный шикл. Шот просто привязывает, Бристалбэк будет раскастовываться, Тайтхантер есть, отличная Энчер Смэш. Попытаться еще нужно убить Спектру, Спектру убили, нужно просто разойтись на этом. Нет, продолжение, еще Тайтхантер подходит с Энчер Смэшем и получает в лицо еще стан, еще один стан, Бэйн подходит, Сон, Огр. Сбиваю сон, здесь Лина на лу хп, должна уходить, первый скилл есть, Гаша нужно добить, нет, не получится. Здесь еще Виндрейнджер, павершот-то она откинет, не попадает в Лину, Лина делает тэп-аут у нас, и на этом все, Огр просто уйдет, и замес закончился.
чего это было? Найс. Это было круто. Что это такое? Это было что-то с чем-то. Просто подрались ребята на славу. Файт бы продолжался, мне кажется, пока ребята просто все не отошли. Отлично. Просто отлично подрались. В итоге, кто в плюсе? В плюсе, по-моему, все-таки Виктория. Чуть-чуть победили. Хотя здесь они четко наказали. Здесь Ravage очень хорошо зашел от Тайдхантера. И куча дэмэджа влетела. Пикают. Опять сейчас будет. Хотя Лина сейчас стягивается с мидла. Есть шанс у Виндрейнджер поставить пофармить мидл. Но здесь Бристалбэк на мидле. Так что не даст ей точно пофармить. Павел здесь на прифарме. Пока что Тайдхантер его оставил. Он пытается накопить себе на Блиндаггер. До Блиндаггера еще 2 сти 75 голды. 100 уже. 175. Точно не помню. А Виндрейнджер отбивается, опять здесь что-то намечается пойти убивать эту Викторию. Но здесь 3 героя, 1 кор. Это Лина у нас, и на этом все похоже, да? Да, ПЛ просто на фрифарме, Спектра 21, Крип, Лансер 41. То есть проблем куча. Все, Виндрейнджер ушла отсюда, теперь не будут файтиться, делает тэп-аут. Но и Сталкер просто отпугнул, как я понимаю, да, своим тэп-аутом. А, и все. Опять же, здесь 3 героя. Где у нас Бристалбэк? Бристалбэк у нас вот он. Стянулся к лансеру сюда. Отлично. Ну уже все, вот он лансер. Уже немножечко выфарил. Здесь начинаются тэп-ауты. Будет какое-то действие. Нету ночи. Найтсталкер я бы так не рисковал. А, ну и все. Есть гаш. Ревич. Ревич, кстати, готов у нас раскастовываться. Виндрейнджер с тэп-аутом. 20 секунд, когда я бы не стал агрессировать. Тут под репейлом Бристалбэк теперь уже никак не подцепить. И на этом все. Хотя сейчас будет происходить еще действие. По-любому. Ой-ой-ой, просто сурт избревает. Спектру с этой земли, отправляет ее домой. Здесь подтянется Виндрейнджер, и опять будет файт 4 на 4. Но здесь встречает Виндрейнджер, есть Виндран на всякий пожарный. Ветреная девушка-то уйдет в любом случае. Баланар еще попытается разместить Бристалбека, нужен шейклшот, уводит. Идет во мне Кнайта, Сайленс ему тоже, но здесь Лина подтянется. Есть шейклшот в Лину, Лину связывают. Тайдхантер, здесь еще разбирается Огр с Бейном, отправили уже Виндрейнджер домой. Бристалбек, боже, как ты раскастовываешься, слишком много дэмэджа влетает на сталкера, нечем его сейвить. Есть, конечно, Ревич, но мне кажется, нельзя, не нужно его тратить, хотя нужно! И очень даже хорошо потратил, здесь еще хаунт от спектри залетел, нужно убивать, Лину убили, Омник Найт слишком поздно дал ульту, Лину уже точно не засейвили, и еще не засейвят, конечно же, Тайдхантер, подсейвил зато Бристалбека. Бристалбек сейчас совсем просто наклепает, здесь все даблкил он уже делает, у него маны, конечно, мало здесь останется, но Бэйн тоже ничего не сделает. Короче говоря, Виктория начинает пока что перетягивать игру в свою сторону. 2300 голды у Бристалбэка. Сейчас что-нибудь можно купить, даже интересное. Может быть, даже Блиндаггер. Почему бы не сделать мобильного этого Бристалбэка? Кстати, здесь тем временем снес просто Т1. Это они еще, по-моему, подрались без лансера, да. Это 5 персонажей из Сил Света дрались против Виктории. А... Знаете, в чем прикол? То, что, конечно, Бристалбэк это все очень круто, а в лейте как он будет убивать, вот это тоже непонятно. Но еще плюс есть, Бристалбэку не придется собирать БКБ, потому что есть репейл Атомника, и этот репейл Атомника будет сейвить его вечно, так скажем так, да? Ну и на этом все, пока что разбежались команды. Давайте посмотрим, может быть, даже по общей ценности. По общей ценности 3... А, 3 кор-героя просто лидируют у Виктории, то есть все правильно. Бристалбэк, Лантер и Лина. Здесь, если посмотреть по графикам, то лидирует тоже Виктория 2000 по голде, по XP у нас тоже 2000. Ну, такое. Конечно, выигрывают здесь по общей ценности. 2000 пока что оторвались, тоже не сильно большой отрыв, но он есть. И нужно его как-то уменьшать. Есть, отлично, но шикошот не привязал Герри. Вот здесь Войт еще на подсейве. Нужно давать Сайленс. Сайленс дал, и он затерялся в любом случае. А можно попробовать на Лину. Не хотите заагрессировать, нет? Здесь есть скан. Скан ни по кому не попадает. Здесь Огр с Бристалбэком. Нужно агрессировать. Это Ревич 40 секунд в КД. Тайдхантер может затанковать. По сути, почему бы не развороте не подраться? Здесь у нас 4 против 3. Есть Войт, отлично. Сайленс, Огр, привязан. Шикошота нужно раздамаживать. Еще и можно попробовать Лину убить. А, избивают! Лол, просто кинсгрип. Сейчас можно убить. Можно было бы пытаться убить Лину, но
ничего не получится. Бристлбэк просто отойдет, да? Они гонятся, конечно, за этой линой, но повышет мимо. Есть гаш, будут ли догонять. Есть танчик Баланара, подцепили. Тут еще тычечка, нет, Лину не отпустили. Все-таки еще Микнайта нет. Тайтхантер здесь принимает дэмэдж от Тавер на себя. Боятся заходить, хотя спокойно можно это попробовать сделать. Отличный репейл уже, то есть не кинешь шейкл-шот. И вот в чем проблема. Под Виндраном, Виндрейнджером нужно просто не агрессировать, а отойти. Ну, что верно, она и делает. Тем временем у нас здесь Фантом Манти просто на фрифарме защемил по ходу Спектру здесь, да, Спектра сделала топ-аут, просто ушла отсюда. А в чем плюс Спектры? То есть она может спокойно здесь стоит фармить, да, драться против Лансера. То есть когда здесь будут драться 4 на 4, команда будет проигрывать, ну, силы света, то есть Хаум спокойно, Спектра может прийти и помочь всегда своим тиммейтам. А здесь есть ульт... Фокусфайр забыл. Ну, тут стоит степ-аут, лансер, по-любому не заберут этот тир один на медлу. Ну, по товарам, кстати, они проседают. О, сила света, пока что один Т они забрали, Виктория. А вот у сил света пока ни одного-то нету. Да, ну, чё, вот в чем бывает. И все пока что на этом, лансер. Очень больно. Очень больно, лансер, огр здесь чулина. Да? Будут заходить на этот тавер. Но теперь уже есть рейвич, есть блиндагер. Сейчас можно ворваться, смотрите, как очень больно сейчас будет. Ну, а почему нет? А почему сейчас не ворваться? Просто... Да, есть, отлично, отличный рейвич по четверым. Нужно ворваться, нужно убивать, повершот здесь. Ай-яй-яй-яй. Умникнай дает ульт, и понимаешь, что нужно отходить, Виктория, хотя сейчас нужно потихонечку отхилиться, Огра не должны отпускать, но репейл ему дают, все влетает в Тайтхантера, есть Хаунд, Спектра начинает рваться, размансили линули, но убили, Лансер пытается раздамажить Бэйна, убили потихонечку, Тайтхантера отправили в таверну, это минус 3 в исполнении Виктория, Умникнай это тоже отправили в таверну, Виндрейнджер его не отпустит, здесь Лансер тоже попытается убить Виндрейнджер, но она на хосте и уйдет, по сути, да? 3 в 2 разменяли. Да, нет, не получится, не получится у тебя в любом случае догнать лансер ее. Хотя мувспид 351, тут 340, но здесь маны. Да, ман не отрегинится, хотя если бежал... Нет, завочку он бы точно не кинул, вижен там был виндрейнджер, то что он пробежал здесь, да. Крипы дали свет. Все в порядке. 3 в 2 разменяли все-таки. Тоже неплохо. Ну, хороший был ревич, конечно. А что, вот он дает ревич, ну, а что дальше? А вот что дальше, непонятно, что делать, потому что дэмэдж не врывается под рэвидж, и что? Да? Ну ладно. Опять делают степ-ауты, а зачем? Кстати, я тогда говорил, по-моему, да, я что-то сейчас задумался, я тогда говорил, вой даже забанили Виктория? Да. А почему я говорил тогда? Но все равно, я так сейчас посмотрел, дэмэджа-то нечем сыплять, нечем дамажить у сил света под куполом. Правильно, да? Это ошибочка была, мисплей небольшой. Заговорился чуть-чуть я. То есть, я понял, да. Свою ошибку, признаю ее. Немножко невнимательно. Ну и все в порядке, пока что начинают вырываться вперед у нас. Так, 3000 Виктория и 2000... Они лидируют, лидируют потихонечку. Играют по поэтому ничего интересного пока что нету, да? Вижен есть на третьих персонажей, здесь еще Вардецкий. То есть видит все вполне силы света. А кого не видит? Не видит Лансера. Лансер здесь просто уфармит как бог. У него уже скоро будет диффузан. Как-то здесь скоро. Ну, конечно, их фармит. А 20 минут нет диффузов, серьезно? Зато у него есть Soul Ring. Лол, серьезно? Зачем тебе Soul Ring? Что-то хотел придумать, наверное. Здесь Огр под репейлом. Будут они убивать Спектру. Спектра должна давать дагер. Здесь Челина. Ай-яй-яй. Есть ульт. Пейстанов ее почти не отпускают. И да, чтобы перестраховаться, просто Лина дает ульт. Хотя мне кажется, ее бы и так забрали. Найтсталкер дает тоже ночь. И все. Хотя догонять нужно. Есть Рэвич. Тайтхантер нужен блинк-дагер. Давай. Пошел, родной. Есть шейкл-шот. Лину здесь точно не отпустит. Рэвич по двоим. Огра нужно убивать. Огра... Что ж уборщики друг друга? Пропустите Баланара-то. Баланар здесь у нас совсем. Огр пытается размонтить, но его вряд ли здесь отпустят. Да, да, здесь есть сон. Омник... ну это за секунду сбриф Огра. То есть ошиблись здесь ребята. Конечно, разменяли они Спектру. Но Спектра здесь сейчас мало, конечно, решает. Хотя Хаунтом она сильно больно дамажит. Согласен. Спектра здесь пока что ничего не решает. Но посмотрим, как Бристлбэк будет в лейте. Хотя сейчас, смотрите, как Бристлбэк сейчас попытаются разносить. Есть Винсгрип. Отлично. Нет, не пойдут. Ну, репейл повешал. Винсгрип пробивает репейл, если я не ошибаюсь. Да. Ну, на этом пока что все. Просто разойдутся. 17 на 17. Хотя спокойно можно было подцепить. Еще повершотом получает Бристлбэк по лицу просто этой стрелой зеленой. Забустил, да?
Bottle. А, нет, Лена просто дала пиццу. Ну, по-моему, пару раз можно было бы дать пиццу даже. Насколько я помню, помазать два раза можно было бы. Баланар. Ой, есть, Синс Грипп, ну, конечно, привязка, без Толбека, но его точно отхилят. Еще он мне даже не пожалел ульт, чтобы засейвить этого парня. Тут без Толбека начинает агрессировать, ведь ульт-то не вечный, есть еще и Сон. Ульт получает Лена. У Лины, конечно, ульт откадешится. Здесь дерево привязывает, без Толбека на лоу хп, повершот в никуда, просто. Сайленс, ну, здесь под репейлом, Сайленс сбивается просто. А, Ланти продолжает фармить, здесь Спектра тоже фармит, но у нее есть хаунт, так что она в любую секунду может прилететь, так что ее мейта можно спокойно продолжать файтиться. Да. И все, пока что замолчали обе команды. Мне сейчас агрессирует, но это будет... Можно сделать неправильный, да, шаг? ТПЛ сейчас может прийти спокойно и убить, нужно дождаться ульты умника и опять же идти агрессировать, и можно даже сносить Т. Т1, Т2, спокойненько. Здесь у нас летит что-то Diffusal Blade. Вот чего ждал Лансер, по сути. То есть, если по общей ценности смотреть, то Лансер лидирует вообще тут Спектра. Спектра, она даже не в топе, просто в топе у нас сейчас Бристлбэк, Лансер и Виндрейнджер. Виндрейнджер тоже у нас пытается здесь нафармить Аганим. Все правильно делает. Аганим ей не помешает. Хотя здесь Лансер сейчас может наказать под Diffusal Blade. И есть тычка. Отлично. Пойдет размансовывать. Так. Спектра. Нужно найти настоящего. А все, делать топа. Здесь уже точно не... О, вообще лоу хп. Почему на развороте? Сейчас нужно было бы спокойно дать тычку. Причем... А хаунт будет? А хаунт будет? Нет? Не будет хаунта. А вот не прочитала такую вот игру. Здесь опять же агрессивная игра от Бристлбека. Войд получает он лицо. И все. Просто нужно отойти на этом. Да. Рисует что-то там Баланар, пытаются они что-то там отпушить. Но отпушить пока что вообще ничего не получается. У Тори все товара стоят в данный момент. Пока что команды собираются. Бристлбек у нас пайпу что ли будет? А у него все, у него... привязывает Тайтхантер. О, хороший ульт, боже. Сейчас они забирают, просто делают минус 2 на силы света. Еще и хаунд, спектра. Будете агрессировать на Огрмага. Огрмага забаяет. Бристлбек соло пытается разобраться с Бейном. Бейна бросили просто на произвол. Бристлбек уходит. Ну, здесь, да, убьют Огра они. А Лансер, где Лансер? Лансер вообще помогать типа не собирается. 20 на 17, пока что сила света выглядит более-менее. Еще сейчас они камбэкнуть могут игру. Они уже графика почти спустились к нулям. По XP так точно спустились. По голде еще, конечно, лидируют. По общей ценности все-таки вывозят здесь Бристлбек с Лансером. Бристлбек-то агрессирует. Но как-то не ворвались не очень сильно. Виктория. Надо врываться в Бристлбека. Бристлбека сейчас раздамажит. Сейва-то нету. В два героя будут драться против пятерых. Бристлбека поломали походу. Нет, Бристлбек-то еще живет, что-то не сильно они его пробивают, как он сейчас поломается. Нет, сломали все-таки Бристлбека, Лансер-то наказывает, Виндрейнджер уже, он уже отправил домой, здесь Лена делает тэп-аут, нужно убивать Бэйна, Бэйна тоже точно не отпустит. Спектра уйдет, и Тайтхантер, по сути, тоже должен уходить, 21 на 20. На табло в данный момент, Лансеру нечем догонять, хотя Вижн есть у этих ребят. Нет, нету Вижна на них, к сожалению, и просто уйдут. Хотя и скан, а вот и есть Вижн, да? Спокойненько, но все равно никого не видит. Пока что Лина, нужно заходить в спину Спектра и уйдет спокойненько, да. Хотели такой пытаться в догоночку им еще в лицо наклепать, но ничего не получилось. На спине они ушли. А вот на Т2 спокойненько и правильно сделать, что зайдут на Т2 и просто убьют. Просто убьют, да, сейчас Люди еще сделает. Ну, Лантер ты бы, конечно... Все, ревеч в КД, что сейчас делать, не ясно в данный момент. Как камбэкнуть эту игру? То есть, ребята без ревеча, без хаунта пока что ничего не могут. Есть, конечно, финсгрип. А, финсгрип тоже в КД. И у Найтсталкера в КД. Ночь сейчас и так идет. Сейчас бы Аганим не помешал Найтсталкеру все-таки. Мне кажется, если берут Найтсталкера... Но вот у нас получается, у нас есть команда. У нас получается, если берется Найтсталкер, то Найтсталкер берется с Аганимом. И он в соло, как правило, берется. Но здесь он взялся в... саппорты. Ну, с Владимиром, ладно, да, допустим, здесь есть Спектра. Спектра, как бы, сейчас, Виктория, сейчас, если не затянут, Спектра просто может вытащить игру.
Кейского подцепили, подцепили с Бейном, Бейн в сон по фасту, есть подсейф от Найтсталкера, Хаунд, зачем, у Спектра хочет агрессировать, она на Омник Найт, Омник Найт у нас под сайленсом, нужно кидать на себя хил, попытаются убить, ульту даже на себя не пожалел, но Омник Найта точно не отпустят. Ого, здесь откинет Игнайт в Найтсталкер, тут бежит еще Лина, а может даже сейчас файт будет, без селбэк со спины, Рэвидж есть, нужно драться, попробовать, нужно дать хороший Рэвидж, отлично, по двоим попадает, нужно сейчас убивать по фасту без селбэка, раскастовывается у нас, Медвежий Фокус Файр потратил без селбэка, Огр, пока разменяли один в один, Найтсталкер отправили домой, Тедхантер тоже разломался здесь, ну вот и все, даблкил от без селбэка, это тимвайп. Скорее всего, да, Спектру здесь точно не отпустят. Это Тим Вайт пришел, наконец-таки, Бристлбэк, все сделал свое дело. Наконец-таки пришел Лансер, тоже зарешал. То есть, все верно, это да. 5 на 2 их разменяли. А, Требла бы не помешали все-таки Фантом Лансеру, а не Power Treats. Все-таки Лансер сейчас в мете с Треблами, как по мне. Ну, взяли ПТшечку, значит, думают, что что-то могут с этой ПТшечкой, да? Так, шла 25-я минута игры. Конечно, ехать уже надо. Но ничего. По сути, подождем. Но опять же, это затяжная игра. Мне кажется, это будет очень долго. Длится эта игра. Хотя, если сейчас Виктория сделает все правильно, то игра затянется ненадолго. 4000 по голде, по XP тоже 4000. Ну и все. Лидируют. Снова опять же они начинают вейт от Бристлбека. Зачем вейтят? Тоже не ясно. Ладно, пока ждем. Пока ждем. Я вам включу картиночку, чтобы не зачекали. Ну, всякие пожарные вдруг там. А, все, пишет гол. Да, погнали. Какие-то тех проблемы. И 23 на 5, на 25 на табло. Лансер, да, нужно это в любом случае нужно реализовать. У нас еще Омник Найт. А, без ульты. Вот это прискорбно. То, что, конечно, здесь Омник Найт ульт потратил, это, конечно, такое себе. Если бы он потратил Энджел во всех. По-моему, никто не потерялся, там бы Бристлбека точно бы не раздамажили. Лайнсталкера юзает ульту, наверное, будут выдвигаться куда-то убивать. А, да, тут смоки от команды Сил Света и Нарошанчика прямиком. Что верно делают. Тоже верное решение. А в это время просто можно пойти и сломать сторону. Вот, к примеру, вот этот лейн. Хотя, как это сделать? Еще долго будут. А вот Рошан уже пол хп нету. Слишком быстро он как-то падает. А сейчас забирают силу света себе Рошана. Виктория даже, наверное, не подозревает это. Да, забрали. А, да, Ливин Рейнджер тоже правильное решение. Хотя, может, стоило даже и Спектре. Что он собирает? У нас он собирает Diffusal Blade тоже. Вот это будет страшно. У меня всегда страх, когда вот Спектра собирает Diffusal Blade. Потому что это куча иллюзий, которые кучу демеджа вываливают. Это они еще будут... то есть на каждом герое появляются. И они сжирают у каждого мана. Боже. Это такой страх. То есть в любом случае, если Спектра дает ульт, у тебя будет сжираться мана. Это, ну, что-то уж приятно. Здесь без Омника все ребята. То есть, а здесь вообще два человека с команды Виктория. У нас здесь Бристлбэк в соло. Ну, с пайпой он зато. Зато с пайпой этот парень. А что у нас по крипстату? По крипстату лидирует. О, Лансер далеко оторвался от Спектры, да. Даже Виндрейнджер, даже Бристлбэк оторвался далеко от Спектры. Ну, как сказать, недалеко, конечно, на 5 крипов впереди. Ну и все, пока что затишье. Хотя стоило бы драться, наверное, кому-нибудь из этих команд, потому что у одних скоро лейт закончится, начнется скоро лейт Виктория, потом, и Бристлбэк, мне кажется, просто будет не нужен, потому что они будут его развивать, они приобретут айтемы, вот, а у других Аегис будет, Аегис просто сейчас пропадет, есть Юлина, Виндрейнджер с Аегисом, хотя бы сбить этот Аегис, далее Лотар, и все, связывают Бристлбэка с Огром Магом. Здесь Лансер готов врываться. Боже, он сейчас будет вносить столько дэмэджа. Еще и Владимир не приезжает. Будет точно еще и регениться. Здесь Вижн, и Сталкер дает... я врезал Вижн, Виктория. И Лансер сейчас может просто оказаться в
Проблема. Лазер выходит прямо сейчас на противников. Успел размансить. А хелпы-то нету, Просто физгрип, лови и иди домой. Все верно. Есть еще и хаунт. Сейчас ошибается просто Виктория. Есть ревидж по троим. Бристалбэк здесь под пайпой, конечно же. Есть Тюля, Томник Найт. Бристалбэк здесь... Ну что ж ты делаешь? Привязка отличная просто от Виндрейнджер. Привязывает двоих. Домой отправляют Огра. Здесь стан или на откинет, конечно, за репейлом. Попытается засевить этого Бристалбека. Умник на это забрали. Все, некому уже севить этого Бристалбека. Бристалбек. Здесь еще и шейкл-шот. Еще один шейкл-шот в деревья. Просто отличная игра от Виндрейнджера. Виндрейнджер просто решает. Убили еще и Бристалбека. Это минус 4 в исполнении сил света. Превосходно. Лина остается одна, здесь можно еще сейчас с блинкдаггером можно пойти забрать в на изи эту лину. Ну, ладно. А нужно заходить даже на рампу. Митча сломать, я бы сейчас сделал так, если бы игрался за сил света. Просто шел, заходил бы на рампу, попытался хотя бы зайти. То есть убивал. У них тут стоит тавер. Тут стоит так, то есть сторону они не сломают. Это очень долго, если ломать табора, то хотя бы они сторону сломают. Фокус Файр, если от Виндрейнджер, они дамажат очень больно, даже выкупился Бристал Бэк. А сейчас будут драться, нужно уходить Баланару. Я так понимаю, Виндрейнджер даже не сбили, да? На Егис нет, не сбили. Все, с этим должны смириться сейчас на свет, то, что отпустили Баланара. А вот не отпустили Бэйна. Юлы отличный, просто превосходный, и Бэйн минус. Вот он, камбэк, 27 на 27, 29 минус шла игры. Ну, нужно уходить на этом. Спектра, фокус файр на... Ну, сейчас может ошибиться просто-напросто. Нет, не ошибается. Можно найти сейчас спектру, попробовать. Ну, спектра у нас есть, станчик, хорошо, нужно убивать еще. И ульт не пожалеют на спектру, спектру домой отправят, хотя залезают куда-то наверх она. И заканчивается даггер, к сожалению. И... Она уходит 50 секунд в КД домой. Может заходить на рампу. Сейчас нужно точно агрессировать. Теперь уже Виктория. Но крипы, крипы у нас вот здесь. Вот у кого грызется нижняя башня там. У Виктории грызется. Здесь Огр. Огр без степаута. Боже, нужно как-то идти убивать. Это тир 2. Хотя здесь только 3 героя. Нет, 4 героя. Огра рядом нет. Но зато 3 главных героя здесь есть. И заходить, по сути, можно. Лансер готов. Главное, чтобы такой ошибки не было, как в прошлый раз от Виктории. То есть, чтобы лансер пошел, и его слили просто за секунду. Там, то есть, законтрили его. Ой-ой-ой, Баланар, не подставляйся так, потому что много слишком отнимает он маны. А тебе еще нужно и Войд давать, и Сайленс, и куча всего. Нет, кстати, он что собирает у нас? Он собирает у нас Элибарду или что это? Скорее всего, кстати, может быть, Элибарда. Да, Рошанчика еще долговато ждать, да? А вот агрессировать надо, мне кажется, сейчас просто нужно пойти по товарам, как одной, так и другой команде. Кстати, здесь Тавр сгрызся, да? Я тогда как-то говорил, он еще был, здесь уже его нету. Давайте посмотрим по общей ценности. Команды тут просто вровень, лол. Здесь у нас... Здесь по XP лидируют, здесь по голде. Ну, превосходная игра. Превосходная игра. Хороший турнир. Более-менее, даже, знаете, адекватно. Мне кажется, если было бы Best of 3, тут у каждой команды было бы 2-1. Если было бы Best of 5, тут было бы 3-2. 100%. Но, к сожалению, решили в Best of 1 почему-то сыграть. Но это все на фри, действительно. Так-с. Виндрейнджер у нас. Под смоками не попытаются здесь кого-то найти. Хотели найти лансера. Не получилось пока что находить его. А, просто идут сейчас на лавку, и там вот смогут уже найти Омник Найта. Павершот. Был ли вижен на это Омник Найта? Вот сейчас Лину могут подцепить. И Шейклшот отличный мансы от Лины. Есть ревидж по двоим. Начинают Ой, убивать. Огра сразу же разносили. Домой его отправили. Нужно помогать Бристалбеку. Хелп, Омник Найт, где ты? С Энджелом. Нужно... Нет, Бристалбеку не помогли. Есть Энджел, уже только в троих героев от Виктории. Но здесь Лантер может еще убить. Убили они Тайтхантера. Решили, как я понимаю, отойти просто-напросто. Здесь пойдут догонять еще и Найтсталкера. Найтсталкер на фул хп, еще и ночка. Ну попробуйте догнать. Он когда он на хосте, просто 522. Шейклшот кто-то ловит. Шейклшот у нас ловит. Потом Лантер пытается убить Виндрейнджер. Виндрейнджер. Хил есть, неплохой. Ой-ой-ой. Лантер-то подсейвили. Еще и Баланар здесь пропадет. А у них на этот отличный гейм. Опять же, этот замес выиграли. На данный момент сейчас выиграли. Вот сейчас они, да, сейчас они очень даже хорошо сыграли, Виктория. Ну как, опять же, отдали просто на растерзание Бристалбека и Огра.
такое себе, такое. То есть они подцепили здесь двоих, Лину пытались там что-то законтрить, Лина там успела забанить Сити, тоже очень неплохо сделала. Ну и все на этом. Здесь, кстати, грызется у нас Т2. Нужно заходить на... здесь тоже на Т2. А может даже потом и пойти и стянуться вот сюда. Почему бы и нет, между прочим, да? Т2 у нас ломается, очень больно. Слишком быстро он как-то проседает. Еще можно было бы быстрее. Лансер дает о себе знать в лейте. Ну и спирта здесь 15 левел. Лол. Лансер у нас 19. Не сильно пока получается реализовать то, что у сил света. А вот у Виктории 4 миличника. Их как-то удается реализовать, да? Более-менее. А вот... Пусть света не сильно это получает, но здесь нужно, да, забирать, в любом случае, просто уходить. Все, стоит у нас из одного тавера. Ну вот, а еще Т3-шники только стоят, все, больше ничего нету. Вот проблемка. У лансера что это такое? Мантастайл. О, вот, будет мантастайл, вообще будет грязь такая жесткая. Рошан сейчас будет уже, кстати, пару секунд еще нужно подождать. А вот здесь вот ребята выдвигаются, по-моему, за Рошаном. Вот Рошан может, кстати, зарешать. Повершоп летел. Нет, на Рошан они не выдвигаются, к сожалению, пока что не хотят. А, вот Рошан 10 секунд. Там чуть. Превосходно. А вот Лансер уже больно бьет. У него Мантастайл, да? Нет, остается... Нет, у него Мантастайл. Сейчас уже рецептик летит, по сути, да? И Мантастайл. Добрый день. Такое. Такое неприятно. Конечно, это все. Кимерский война. Так. Здесь у нас Спектра. Ну, Спектра может спокойно пушировать лайны. У нее даже вторые уже диффуза есть. Зачем вторые? Закончились первые, что ли? И на хаунте, если что, придется. То есть, эта дамочка готова всегда вынести крутой дэмэдж и ворваться и помочь своим мейтам. Здесь заходит на Рошан, только уже Виктория, что правильно они делают. А вот здесь загуливает. Кто у нас верит? Это Виндрейнджер. Виндрейнджер сейчас... даст Ижента, пауэршота дай! А не даст, а не догадывается она вообще. И вывозит то, что здесь есть Рошан. Ой, то, что зашли Виктория на Рошанчика. Ну как-то Рошан, ну у Виктория медленнее, да, падает, все-таки дэмэджа мало вносит. Меньше. Тут тоже, смотря на три персонажа только еще бьют. В то время, когда у сил света все, по-моему, били. Вот, забирают Рошана, дают Лансеру все же, подумали. Лансер важнее будет, повершот ловит Огр, и все. Да, начинаются рисуночки, что нужно быть под ХГ. Ну все, сейчас, если это будет файт в пользу Виктории, то можно писать точно ГГ, потому что вряд ли силы света затащат эту катку. Что у нас Лансер копит? Лансер у нас купит на байбек. На байбек, кстати, есть у него. Так что все в порядке. Можно спокойно заходить на рампу. Почему они боятся? Хотя сейчас ночь началась, конечно, вот это вот неприятно. Им лучше бы пойти это днем делать. Ну, а ждать им тоже нечего. Ждать дня тоже не вариант, потому что есть Аегис. Boots of Travel. Вот он, низкий Лансер приобретает хороший айтем. Здесь Огр у нас, Огр ушел, Бристалбэк тоже задефает здесь. Ну, товаров нету, им просто нужно заходить на ХГ, спокойно причем. Даже не волноваться, потому что лансера еще можно сагрессировать, между прочим, заинициировать драку, чтобы Бристалбэк там ворвался. А, что у лансера есть Аегис, то есть вот этот лансер этот просто будет убивать. Вот и не дрвала, все верно. Что в хуй еле нет? Продал просто, а, я понял, продал ПТ и купил себе обычный сапог, все это я прочитал. По графикам у нас ценности, да, начинает потихонечку выиграть Виктория, то есть притягивает канатов в свою сторону. Ну и как бы это ни стало проблемой для сил света, хотя это уже, наверное, проблема для сил света, они вот только держатся на ХГ, смотрите, просто Виктория ходит и контролирует всю карту. Они что-то ждут. Я не знаю, чего они ждут, когда у них Аегис на руках. Headhunter у нас здесь пуширует. С рефрешером. Боже, есть Vision. Дали на этом Vision. Скорее всего, уже Виктория. Кто-то по-любому да закликал то, что у Headhunter есть рефрешер. И Спектра. А хватит ли маны? Здесь 75.
Да, хватает вроде как. Я помню, не хватает на 425. Это 550, 450 плюс 375. 700. Ну, что-то там прямо в роме, по-моему, выходит. Или пару ману не будет хватать. Да, лучше сейчас хуже, если вот загрызть вот эту вот сторону, серьезно, вот эту или вот эту. То есть мидл это самое вообще самое легкое загрызть, его самое легкое дефать, по сути, да. Вот если бы какую-нибудь левую или правую сторону поломать, вот это уже будет. А, есть 2 минуты. Чего тянут, тоже не ясно. Хотя спокойно, Виктория сейчас могут залетать, и они фикс, что им сделают. Ну, Лина под Лотаром, Рипел ей дали, но они должны это понимать, то, что одна спектра сейчас будет бегать и что-то там пушить, потому что у нее есть, если что, эскейп и куча эскейпа, кстати, между прочим, да. У нее и хаунт, и дагер, и все есть. Баланара подцепили, вот это на Лину или Вижена не было, стан ловит, шейклшот, Лина просто разваливается за секунду, боже, хаунт, отличный ревич, нужно по двоим, есть мана, превосходно, забрали, это минус 2 в исполнении сил света, Бристаблэк остается здесь один, лансера нет, он, конечно, придет на треблах, но это минус 3 уже в исполнении сил света, нужно забирать Бристаблэк, это триплкил делает Виндрейджер, она еще и с дизолятором, очень больно, Виндрейджер делает камбэк, просто ультракил в ее исполнении, дайте ей рэмпейдж, и до свидания, лансера точно здесь не должны отпускать, он, конечно, ману-то берет, но не всю-то. Лансер должны догонять. Гашем есть еще и Сайленс. Тайтхантер делает свет. Нужный рэпэдж. А, это Егис только. Вот сейчас еще будет главная проблема. Убить его вообще. И нужно убивать. То есть рэпэдж уже вроде не дадут. Тычка. Не отпустят. В любом случае не отпустят. Лансера здесь... нужно бежать, бро. Нужно бежать, попытаться. Тэп-аута нету. Через 3, 2, 1. Дал еще мантас стайл. Все, нужно уходить на тэп-ауте. Ай-яй-яй, лол! Второй скилл. Как ты? Все иллюзии там. Один лансер здесь. Ну, лансер сейчас убьют в любом случае. Пытаются драться еще. И лансер минус. Тычка. Не в того. Ну, это минус 5. Это минус 6. Исполнение сил света. Просто отлично. Тейтхантер ворвался. Отличный ревейдж. А нужно теперь заходить на рампу. Или же игра просто будет затягиваться до очень-очень много времени. Тем более, что Виктория еще здесь пофайтились. Они даже не зашли на ХГ. То есть, они их приняли вот здесь вот просто. То есть они еще ничего не спушили, профукали Аегис. Вот о чем я вам и говорил. Просто лейт, что это делает этот Бристаблэк, он сейчас может затанковать, но внести дэмэджа, по сути, никакого-то уже не может. Вот и все. Тут Виндрейджер больше всего начинает выигрывать. Ну, сейчас опять же камбэк. Да, уже теперь начинает сила света лидировать. 3000 по голде, по XP. Ну, сейчас тоже 500 поднимать. Боже, что же это делает Виндрейджер? Потому что она просто делает грязь. Она сейчас попадет, она сейчас выиграет команде игру, так же, как Рейнхантер. Просто найс. Ну, конечно, Спектре не удался early game, mid game больше был где-то ничья, хотя как-то Виктория брали mid game. Но сейчас уже начинается late game, который уже и вытянут силы света, потому что по пику, просто по пику даже выигрывает late. Виктория, если надо было выиграть, то это надо было выигрывать в early game. Как я и говорил ранее, как я и говорю всем, то есть Бристалбэк это не late персонаж. Как по мне. Бристалбэк может загнобить в early game, да, он там может заходить под... Тир 1, по тир 2, там убивать, что-то агрессировать, там спиной становиться. А сейчас вот все. Что ребята эти могут? Да ничего уже не могут сделать. Есть лансер, конечно, но опять же, это тоже не сильный лайт персонаж. Что может? Ну, он может, да, там ману сожрать. Ну и что? Ну и что ты сделаешь? Ну давай. Давай, попробуй, давай сожри ману, давай. Под двумя реведжами, под хаунтами, там куча дымаджа врубается, да. Конечно, вот проблема то, что много иллюзий создает лансер, вот это да. А ну опять же, сейчас будут агрессировать Виктория, но если сейчас выиграют, то вот это будет жёстенько. Хэдхантера сейчас и откачивается рефрешер, еще пару секунд, и он готов. Да, сейчас будут вырываться спокойно, причем мы уже без Аегиса здесь. Нужно сделать все верно, все правильно, не отдать саппортов у Виктории. Да, так, ну, грызется лайн, грызутся сразу два лайна, лансер-то будет, сейчас они будут размансовывать на изи. Просто деф это нечем, террор 3
наверху грызется, и нужно как-то драться. Три здесь, четыре здесь персонажа, там лансер грызет, нужно его как-то ловить, и ловить не получится по-любому. Если пойду здесь драться, лансер здесь будет грызть, вот в чем проблема. Что сейчас правильно просто делает Виктория, это отличная стратегия. Хотя подцепили на физгриппе лансер, куча проблем, нечем его подсейвить, Рэбби одного даже не пожалели. Лансер, чтобы быстро его задамажить. Здесь шейклшот, но здесь на тупауте ушли. Кто-то ушел. Бристалбек он ушел. Ой, если бы сейчас шейклшота подцепил Бристалбека, вот это было бы точно ГГ. А что у нас вообще по общей ценности команд? По общей ценности команд опять же вровень. Боже, какая это ровная игра. Прайм, красавцы. Просто турнир. Четенько, да? Во-первых. А, и команды собраны. Равный по скиллу Бейн пошел. А нечего подцепить. Ревич по одному Бристалбеку. Но там же свет есть на Бристалбека. Боже, нужно его хотя бы убить. Шиклшот. Тут Виндрейд пытается в соло убить Огра. Огра, слишком много дэмэджа. Ой-ой, Бристалбек сейчас домой отправится. Байбек. Байбек есть. Байбек есть у Бристалбека. Но нет байбека у Лансера. 30 секунд его еще точно не будет. Или на. Ну, попытается здесь адефать. Нужно подкидывать. Здесь три персонажа. Один кор персонаж. Это Лина. Есть Хаунд, Бристалбек делает байбек, Спектра начинает рываться, уже развели на Энджел, и нужно хотя бы добить бараки и отойти. Ну чё бояться-то? Чего вы боитесь? Боже, Лина ворвалась, нужно просто её разносить спокойно, ревенджев нет, боже, Лина домой, 60 секунд её не будет. Нужно попытаться еще подцепить Бристалбека, если Лина... А, байбек у нее есть, отлично. Омника домой отправили тоже, еще и Огра можно попытаться сделать, кинуть на него заявочку. Здесь Бристалбек раскосковывается, слишком много дэмэджа, трое под статом от Лины. Еще и огонек, Бристалбек под сайленсом, нужно убивать. Нужно убивать, Найтсталкер нужно даже чуть-чуть может отойти. Лин раскатывается, слишком много дэмэджа убивается в Тайтхантере, здесь еще подтянулся лансер, и на этом все. Виндрейнджер, ну хп 70 секунд будет, она тоже в КД сидеть, и все. По байбекам у нее нету байбека. Вот этот прикол. Этот прикол, зайти на КГ, хотя здесь три персонажа готовы драться. Здесь спектакль, кстати, жива, между прочим. На ХГ, мне кажется, может даже зайти не получится. Хотя спушить лайны... Нет, получится все вполне даже у лансера. Сейчас нужно только забить этих крипов. Нет, говорят ему идти мидл, и что? Или что он делает? Он вообще просто стоит и ничего не делает. Бегает здесь. Крипов. Крипы он только пропустил, пацан. Ну, Лина с Бристалбеком попытаться здесь убить этот тавер. Но здесь Бейн, Спектра. Блин, как это все неприятно. И Слансер на крысу просто пошел и будет пушить бараки. Ну, что правильно делает. Здесь Принц Грипп, Лина после байбека. А, 90 секунд в КД. Нужно попытаться еще убить Лансер. Лансер только пока еще ничего не спушил. Только Т3-1. Нужно найти настоящего. Один настоящий. Есть Спектра. Спектра нужно найти. Боже, сейчас Валанар еще поломается. Валанар, беги теперь, родной. Уже кучу настакал здесь Лансер. Еще и может подцепить здесь Бейна, Спектра, тоже кучу проблем, начинает жрать. Боже, какой лансер этот проблемный. Бейн, куда ты идешь? Барак один забрали, второй, нужно забирать милишников. Лансер здесь остается один, 60 секунд, Лины еще не будет. Лансер может ошибаться, Тайтхантер, Рэвидж 9 секунд, лансер нужно убивать в любом случае. Ой-ой-ой, Хаун готов, лансер в таверну, Бристалбек здесь остается один, раз и против четверых, пытается догнать Спектра на Сумникнайта. Сумникнайта должна отпускать, хотя нет, даггер накидает в него, и байбек есть от лансера. Ревич не пожалеет Бристалбека, нужно убивать, это просто. Виндрейнджер пытается ее ой-ой-ой-ой, кучу блейдмейл, кучу всего включил, не пытается. Били, 90 секунд в КД Бристалбек, лансер просто на крысу идет пушить лейн, тэпаутов нету, нужно просто ломать, идти Тайтхантер, Тайтхантер с Ревиджем, тут, блин, куча дэмэджа, ай, Тайтхантер могут не отпустить, здесь, конечно, будет прискорбно, но байбек у него есть, если что, Тайтхантера, скорее всего, не отпустят, здесь два саппорта будут убить лицо, Ревидж тратить нету смысла, хотя попробовать нет, хилом забирает его омник, и лансер пытается добивать тавер, тир 3 он тогда бьет, и нужно уходить. Мне нужно агрессировать, он агрессирует дальше, здесь 5 героев, Тайтхантер по-любому сделает байбек, нужно отходить, а Найтсталкер-то не отпустит просто так, по-любому, Огран-то не отпустит. Есть еще Павершот, здесь, конечно, 3 героя, и Тайтхантер готов рваться, он здесь-то под Ревиджем, нужно немного вижена, есть Гашек, подловил Огра, нужно, может, еще дать Ревидж под двоим саппортом, Виндрейнджер начинает догонять, Огра, слишком много дэмэджа врывается, Огра, тычка еще есть, 60 секунд в таверну. Омник пока что еще живой. Лина откадешилась потихонечку. Нужно идти и пушить. Боже, снесли пока что только один барак на хардлейне. Здесь снесли тир 3, здесь все живо. Вот лансер просто. Вот он ваш лансер. Да? Регенерация. Так.
Ну и просто на этом все, да? Начинает убивать этого Рошанчика, и Рошан-то сейчас, походу, убьют. Рошан убьют, здесь подцепили у нас спектру, что очень плохо. Рэвидж есть, но здесь только два персонажа. Тайдхантер, конечно, ворвался. Спектра пытается замансить, спектра на лоу хп. Здесь тычку нужно еще дать. Лина, живи. Лина убьет. Лина-то тычку, еще парочку-то тычек оформили. Спектра просто... Лол. Вот это бывает, да? Забрали они еще и Рошана, готовы врываться. Есть чеклшот на Омник Найт. Омник Найт идет домой. Здесь крипы грызут барак мечников. Мечники домой. Здесь 4 главных персонажа. От сил света нет. Здесь два саппорта. Уже ушел Баланар. Баланар пойдет дефа. Здесь 3 на 3 сейчас попытаются подраться. Лансер, Огр и Бристалбэк против Тайдхантера, Виндрейнджер и Бейн. Он как-то не очень красиво. Хотя Хаунд через 80 секунд тоже неприятно. Так, сейчас, секундочку. Сейчас. Вот так вот. А, ну что ж, все на этом. Просто разбежались. Да, вроде бы как. Просто разбежались, да, на этом. Боже, какая же это плотная игра. 49 минут мы играем уже. Ну, все более-менее у Виктории. Все-таки они могут сейчас зайти в сторону. Они уже спушили, все в порядке. Это... То есть все верно они делают, на правильном, более-менее правильном пути. Кто же она забрал у нас? 10 тысяч лидирует свет по голде, по XP 15 тысяч. Если посмотреть по... нет, то, подождите, что я хотел посмотреть? По общей ценности команд хотел посмотреть. 85 тысяч лидирует сила света. А у кого Аегис? Аегис... Аегис... У нас... Виндрейнджер, хорошо. А, нужно просто идти и заканчивать. Почему не хотят этого делать? Ну то, что будет грызть эта сторона, ну. Сейчас, если не делать им вайп, то на этом просто все. Вот Виндрейнджер уже начинает вывозить, потому что у нее есть 19 тысяч голде. Общей голды. То есть тоже неплохо, да. Спектра. Тоже готова. Здесь хаунд у нее. Ну еще не 6 слотов. 50 минута. Тоже неприятно чуть-чуть. А, здесь уже 6 слотов Виндрейнджер. Боже, сколько. Дофигища всего. Тайдхантер. Ему бы сейчас Хекс, это будет вообще такая грязь. Но все-таки надо оставлять на байбеки. Ну все, под смоками будут выдвигаться. Нужно заходить на Т2 и может вообще даже зайти на рампу. И зайти попытаться попытку сделать на трон. Впервые вижу такой город, где команда играет просто вровень. Не знаю, вот я бы прокомментировал, конечно, финал, это было бы очень круто, но мне нужно уходить. Виндрейнджер под смоками, здесь есть шейклшот, нужно за секунду забивать эту лину, пока она не раскастовывается. Боже, ее сейвят, есть инсгрип никуда, есть рэвидж, еще один есть, два. Лина домой на 70 секунд. Виндрейнджер сбивает ее Аегис, она пока что живет. Бейн, здесь есть, разбирают еще и Бристалбека, отлично, здесь есть еще главные персонажи от команды Сил Света. Нужно убивать Лансера нужно найти, это самое главное. Пока Огра пытаются размансить, Огра-то убьют, просто никого не пробивает этот Лансер. Он, конечно, бьет, есть байбеки от Лины. Вот он Лансер, Лансера-то найдите. Лансера, походу, нашли, да, уже начинают его бить. Ой, очень больно, Лансер домой, Лансер. Отлично. Это Team Vibe, по-моему, в исполнении Сил Света. Здесь лайн-то пушится, нужно просто размен идти, просто нужно идти на рампу. У Лансера байбека нету, боже, 100 секунд без Лансера. Есть без... конечно, делать байбек, но нужно просто зайти на рампу. Нужно убить Лину, нужно Лина. Ночь заканчивается как не очень вовремя. У Микнайт домой, 60 секунд, Бристалбек попытается задефать. У Микнайт уже делает байбек, ну уже... Ничего нету, блин, есть Виндрейнджер, конечно же, а Найтсталкер отправляет домой, нужно делать байбек Найтсталкер, 220 голды ему не хватает, и на этом Бристалбек еще под БКБшечкой начинает разваливать, еще больно. Виндрейнджер, смотрите, что она делает, куча дэмэджа, наконец-таки Энджел залетел, Атомник Найт начинает дефать, база грызется у Сил Света, уже отступать некуда, Виндрейнджер пытается убить, Спектра здесь пока что живет, отлично, шейклшот связывает двоих, Атомник Найт еще тоже проблем после байбека отправиться домой нужно. И Бристалбек тоже 90 секунд в КД, просто ломаются бараки, нужно заходить на сюда, если у Найтсталкера отлично голда, он-то задефает, все отлично. Здесь нужно зайти просто на трон, голый трон,
нельзя вставлять. Нужно просто идти до конца. Виндрейнджер просто здесь, ребята, остаются на лоумана. 40 секунд лансера. Нужно попытаться убить Лину. Лина, лоу, ну уже есть Тайтхантер. Пытается за нее агрессировать. Он начинает бить лицо. Отлично. Лину нужно-то убивать. Она тут главный герой. Еще ульт. Ой-ой-ой, Виндрейнджер отправили домой. Тут байбэк. Минус секунд. Нужно покупать тревела и лететь сюда. Есть тревела. Отлично. Она-то сюда сейчас прилетит. Это превосходно. На фул. Сейчас будет драться. Тайтхантер 100 секунд. Байбека нет. 40 секунд еще не будет. Фокус Файр готов. Виндрейнджер на фулке. Просто разваливает эти товара. Нужно еще и спокойно бить трон. Лина, Лина, конечно, попытается задефать. Но здесь очень сложно. Лансер наконец-таки появляется. Байбек. Нужно убивать. Хаунд. Голый трон просто остается. И на этом лайс. Боже, что ты делаешь? Спектру сейчас отправит домой. Спектру отправляет домой. Минус секунд. Байбек-то есть. Все готово. Бэйн. Минус. Виндрейнджер. Уходи. Фу. Боже. Голый трон просто остался. Бэйн делает байбек. Что нужно делать? Тоже и спектре, и идти добивать. Сейчас еще возродится Аня. 60 секунд будет еще Тайтхантер. Это просто минута. Нужно ждать Тайтхантера. И тогда с двумя реведжами уже идти разваливать лица. Боже, как это все плотно. Есть Тайтхантер, байбек. Нужно и в спектре делать байбек, просто заканчивать игру. Почему она не делает байбек? Ей же хватает. Спокойно сейчас просто сделать байбек. И... Лина. Лина. Ай-яй, чуть-чуть не нашли ее. Чуть-чуть совершенно. А голый трон остался, просто Виктория. Чуть-чуть не хватило, чуть-чуть буквально, потому что там Лина дефала. Там ульты, там все. Виндрейнджер с БКБ, боже, сколько у нее айтемов. Нужно кристаллис отгонять. Все, три, сейчас-то подловят Лину, Лину сейчас подловят. Привяз дерево, это минус Лина. 100 секунд без байбека. Это попахивает ГГ. Вряд ли они дождутся Лины, потому что 4 персонажа осталось у Виктория. Это очень будет сложно. От дефоса. Тем более, что кор героя убили. Так. Пока что... Все на этом. Конечно, 4 персонажа здесь есть. Пойдут не убивать. Заходить нужно, да, просто кликать на голый трон. Нужно идти. Спектра без... Спектра что-то купила. Бэбэк у нее нету. Хаунд у нее КД. Еще 10 секунд. А ну сейчас, по сути, можно просто заходить. 50 секунд без Лины, вы понимаете, что это вообще попахивает чем угодно. Есть ревейдж, нужно дать еще один ревейдж, попадает по двум саппортам. Здесь еще физглип тратит на Омникнайт домой. 60 секунд его не будет. Бристалбэк пытается здесь развансить. Огра тоже убили за секунду, сбили его буквально. Бристалбэк, Бристалбэк, живи. Нет, не живет, лазер остается один. Дефать, это ГГ. Это ГГ, пишет Омникнайт, и на самом деле это ГГ, хорошая была игра, трон просто пушится, лансер здесь вряд ли пойдет размен тронами, да. Это ГГ, побеждаю силы света просто в плотной борьбе, в плотной и в плотной борьбе, 55 минут, Виктория, до свидания, а сила света отправляется в финал, играть Best of 3, но уже комментировать буду не я. Что ж, всем удачи, спасибо, что смотрели, да, всем в чатике привет, всем пока уже, и до скорых встреч.